Ежегодно 15 марта, в День Конституции, юноши и девушки в разных уголках страны в торжественной обстановке получают главный в жизни документ – паспорт. Сегодня в Брестском городском исполнительном комитете такой чести удостоились лучшие учащиеся города над Бугом. Своим трудом уже получили право присутствовать в этом зале, в городском исполнительном комитете. Спасибо вам за то, что вы двигаете наш город вперед, и спасибо вам за то, что ваши планы и устремления в подавляющем большинстве связаны с реализацией себя как личности в нашем замечательном, красивом городе. Все в ваших руках. Живите своим умом, опирайтесь на мудрость предыдущих поколений, опирайтесь на мудрость наших уважаемых ветеранов, и поверьте, что все у вас получится. Вручать паспорта лучшим представителям учащейся молодежи Бреста – традиция молодая, как и сама республиканская акция «Мы граждане Беларуси». Патриотический проект существует порядка 10 лет. Сегодня мы вручаем этот первый важный документ для наших юных граждан, для того, чтобы сформировать у них чувство любви к нашему городу, к нашей малой родине, чувство патриотизма и сформировать у них правильную гражданскую позицию. Свои главные в жизни документы получили 20 лучших представителей учащейся молодежи Бреста, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы, лидеры и активисты общественных молодежных объединений. Я осознала то, что в нашей Беларуси действительно очень много людей, которые готовы продвигать нашу страну, выдвигать ее на уровень с самыми развитыми странами мира. Мы ничего еще не добились в жизни, мы не можем судить о том, чего еще далеко слишком. Поэтому, скорее всего, мы можем что-то сделать, но это будет не скоро достаточно. Сначала мы должны выучиться, мы должны получить нормальное, достойное образование, и уже после приехать, возможно, обратно на родину и начинать что-то делать свое. Рядом с молодыми людьми ветераны Великой Отечественной. Сегодня им вручены юбилейные медали 100 лет Вооруженных сил Республики Беларусь. Ветераны и молодежь неотделимы. Все, что мы делаем, все, чем мы сейчас живем, это все посвящается тому поколению, которое вступит в жизнь на наше место. Прекрасно, что сегодня молодые юноши и девушки получили паспорта в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны и меня как жителя блокадного Ленинграда. Каждого из этих ребят ждет долгая и интересная жизнь. Экзамен на гражданскую зрелость они уже прошли. Теперь получили полное право участвовать в принятии судьбоносных решений своей страны и нести ответственность за ее настоящее и будущее. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.